Читайте то, что вам приятно, то, что вам близко, то, что вы ощущаете, что говорится для вас. Вот те страницы, те книги, которые вам больше говорят, читайте их. Но, в принципе, это совершенно не важно. В общем, что вы читаете из каббалистических истинных источников. Потому что самое главное – это ваше устремление к свету. А устремление к свету, оно уже идет от сердца. И в ответ на ваше устремление над всеми вашими проблемами вы будете постепенно ощущать приближение к Творцу. И всегда вы будете его ощущать именно над проблемами, которые в вас будут вызываться той же силой, для того, чтобы вы обратились к ней. Обратились к ней, проблемы исчезают эти, возникает какая-то передышка, не волнуйтесь, она ненадолго. И снова проблема, и снова ваше устремление к Творцу.